если страх окружил предательский, если грех обратил во тьму твой свет, знай, что Бог в этих обстоятельствах проведет через тьму, и ты поймешь, что смерти нет. Если грех источил, и ты лежишь на дне без сил, и Божий гнев, купитель твой, как меч подвес над головой, на скале старый крест, в нем благодать и сила есть. Иди туда, беги туда, спеши туда. Восстань, значит, что губитель мимо прошел, значит, он в тебе греха не нашел, на тебе увидел пятна крови Отца Христа. Восстань, это значит, взял грех на себя, это значит, он себя дал распять, это значит, ты безгрешен опять, как первый Адам в Эдемском саду. Если день ночью стал от страдания, кажется, выхода другого нет, может быть, это Гефсимания, но потом обязательно придет его рассвет. Лишь зайдя с ним на крест, и ты поймешь, что там сила есть для жизни в нем и для побед, и что для страха места нет. Лишь познав благодать, ты сможешь свой грех распять и научиться умирать, чтоб воскресать. Пасха — это значит, что гробница пуста, это значит, ты из мертвых восстал, это значит, есть на небе места для верных Христа. Восстань, это значит, он взял грех на себя, это значит, ты безгрешен опять, это значит, он себя дал распять вместо тебя, вместо меня. Это значит, что гробница пуста, это значит, он из мертвых восстал, это значит, есть на небе места для бедных Христа. Восстань, это значит, он взял грех на себя, это значит, ты безгрешен опять, это значит, он себя дал распять вместо тебя, вместо тебя.
вместо меня. Вместо тебя. Вместо меня. Вместо тебя. Вместо меня. Взял грех на себя.